Очарованный странник. Глава 6. Краткое содержание. Последним на продажу вывели дорогого каракового жеребенка. Татарин Савакирей сразу выступил с тем, чтобы устроить дуэль, сечь с кем-то за этого жеребца. Иван вызвался выступить за одного из ремонтеров в дуэли с татариным и, используя свою хитрую сноровку, запорол Савакирея до смерти. Ивана хотели схватить за убийство, но герою удалось сбежать с азиатами в степь. Там он пробыл 10 лет, занимался лечением людей и животных. Чтобы Иван не сбежал, татары его подщетинили, подрезали на пятках кожу, засыпали туда конских волос и зашили кожу. После этого герой долго не мог ходить, но со временем приноровился передвигаться на щиколотках. В остальном татары относились к Ивану хорошо, даже дали ему 2 жен. Одной из них недавно исполнилось всего 13 лет. Еще раз Флягин сбежать не пытался. Через несколько лет послали его татары в соседнюю Орду, а там его украли другие татары и откочевали вместе с ним. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.